Итак, доброе утро. Для упрощения нашего обучения буду снимать короткие ролики вам в помощь. Итак, первый ролик. Рабочее место трейдера. У вас уже у всех есть привод Бондаря. Первую настройку я вам помогу сделать. Но что нам необходимо? Сразу смотрите. На рабочем месте у вас должно быть как минимум 3 торговых инструмента. C8 это фьючерс на доллар-рубль. И дальше по VDR. USD-TOM и Евро-TOM. Также к нашему приводу Бондаря нам нужны будут еще графики. Привод Бондаря графики не предоставляет. Поэтому нам нужен отдельный терминал. Как его установить и какие они бывают, сейчас я вам расскажу. В вашем личном кабинете есть раздел «Софт», где вы скачивали привод Бондаря. И далее под ним есть раздел «Дополнительный софт». Что вам подходит здесь? Вариант бесплатный, которого хватит на первый день торговли, для того, чтобы просто опробовать привод Бондаря и научиться открывать позиции, закрывать позиции и работать с горячими клавишами. Это TradingView. Абсолютно бесплатный. Переходите по ссылке, дальше вбиваете свою почту и получаете доступ. Вариант второй, который нас устраивает и который нужно будет подключить, у кого нету своего счета где-нибудь в Финаме или в открытии, это терминал XTIC. Терминал XTIC подключается через тоже через наш личный кабинет. В разделе «Профиль» вы найдете терминал XTIC «Подключить». Стоит он 600 рублей в месяц. Нажимаете клавишу, с вас списывают 600 рублей, и вам на почту приходит пароль и логин для входа в XTIC. Итак, подробнее к TradingView. Вы вошли на сайт, выглядит он примерно так. У вас еще нету справа вот этого окна котировок, которое есть у меня. У вас есть просто вот такой общий лист. Вы должны найти графики. У вас откроется отдельный лист. В этом листе справа у вас будет окно котировок. Оно у вас будет изначально пустое. Здесь через поиск котировок вы просто вбиваете тикер, который хотите там видеть. И через поиск он вам сам подставит . В общем, вот таким образом вбиваете название. Название можете брать либо из стакана, и он вам будет находить то, что вам нужно. Какие минусы TradingView? В том, что в бесплатной версии вы будете видеть всегда один лист и один график. Чтобы переключиться между инструментами через окно котировок, через нажатие двойной на инструмент, вы будете открывать новый график. Еще раз повторю, что для первого дня для демо-счета вполне хватит вам программа TradingView. Далее вариант бесплатный тоже. Есть такой сайт FinDerbyNet. В нем можно открыть демо-счет. Я показываю ссылочку, как его найти. Там тоже простейшая регистрация. Вводите имя, фамилию, электронный адрес, и вам на почту приходит ссылка на скачивание и ваш логин и ваш пароль. Кто себе поставит FinDerbyNet, я потом помогу настроить там графики, потому что это сделать непросто. Для тех, кто скачал XTIC, минимальное рабочее место выглядит так: 3 торговых инструмента, графики 15-минутки и 5-минутки. Дальше все нюансы по настройке уже отдельно в личном уроке. И последнее, что хотел напомнить. В вашей группе, куда я вас присоединил, каждый день выкладывается информация о том, как и что делать. То есть не ленитесь, пролистывайте.
Также раздел видеозаписи. Здесь есть, в принципе, все, что вас интересует. И пробои, и отскоки. И даже есть записи моих друзей. И также сюда выкладываю мастер-классы. Общие, большие. Ну вот, для примера, я вам показываю. В общем, наверное, на этом все. Итак, настраивайте рабочее место, скачивайте терминалы и готовьтесь к первому уроку.